Здравствуйте, меня зовут Елена Шила, и я основатель и преподаватель хатха-йоги и йоги в гамаках в йога-центре Амра в Перми. И сегодня мы проведем занятие, сделаем упражнение для мышц и суставов рук. В повседневной жизни мы редко делаем физические упражнения с руками, тогда как это очень важно, и многих людей беспокоит боль и напряжение в этой части тела. Итак, приступим. Сделайте замок из рук и начинайте вращательные движения в виде восьмерки, сначала в медленном темпе и постепенно делая это упражнение все быстрее и быстрее. Таким образом. Это очень хорошо разогреет все суставы и постепенно разогреет не только ваши руки, но и все тело. Достаточно сделать это упражнение в течение 2 минут. Следующее упражнение на локтевые суставы. Сожмите большие пальцы рук в кулаки и делаем сгибание в локтях с акцентом наверх. Также увеличивая темп. Представьте, что у вас в руках небольшие гантели, какое-то утяжеление. В данный момент хорошо работают бицепсы. Теперь похожее упражнение, но с акцентом на разгибание вниз. Сначала медленно, потом увеличивая темп. Также напрягаем мышцы и чувствуем силу в руках. Достаточно буквально тоже 2 минут для этого упражнения. Теперь переходим к плечевым суставам. Сделайте руки в стороны и начинаем проворачивать их внутрь и наружу. И подключайте дыхание. Вниз делаем выдох, вверх вдох. Выдох, вдох. Делайте полный оборот плечами. Чувствуйте все свои мышцы, которые работают. Опускаем руки и в завершение сделаем упражнение на вытяжение поработавших сейчас мышц. Сделаем руки в замок над головой и поочередно опускаем руки в замке вправо и влево, за головой. Тянитесь за локтем вниз, не расцепляя замка. Этот комплекс упражнений вы можете выполнять и дома, и на работе. И в результате вы избавитесь от боли и напряжения и почувствуете силу в ваших руках. С вами была Елена Шила, йога-центр Амра.